Ух ты. И снова я, Александр Криволап, печенек. Ребята, маленький обзор нашего сада. Это яблонька Аджедан. Я ее так назвал. Если кто хочет узнать яблоньки настоящие имя, посмотрите этот ролик. Ну что, ребятка, наши яблоньки, деревья в саду, все покрашены. То яблонька Аджедан. Сейчас мы подойдем к ней. Это мой сад. Там посажены цветы. Здесь. Это цветет желтая юбка вечерешня. Желтая. Сладенькая. И вот яблонька Аджедан. Яблоня-груша. Я ее просто назвал так. Аджедан. Если прочитать задом наперед, называется яблонька Надежда. А так Аджедан. Вот такая яблонька Аджедан. В этом году будут яблоньки, яблочки. Яблонька Аджедан будет цвести. И хорошо будет цвести, цвести, ребят. И в этом году будет не урожайный у нас год. Ну, а яблонька Аджедан будет цвести. Это наши тюльпанчики. Тюльпаны, тюльпаны, тюльпаны. Низкорослые тюльпаны. Это мы в прошлом году, в 2018 году, мы пересадили их. Не получилось. Тюльпан от тюльпана где-то на 10-15 сантиметров друг от друга. А там. И там цветут цветы. И здесь цветы. Жена не может без цветов. Скоро мы, наверное, все. Весь огород засадим цветами. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребятки.